бывшем военном городке в территориальном управлении Пешковское начались дорожные работы. В настоящее время организация приступила к работам по демонтажу бортового камня. Соответственно, демонтируют старый борткамень, устанавливают новый. А после этого приступят к фрезерованию существующего асфальтового покрытия, укладки нового. Планируется всего уложить 11 847 квадратных метров покрытия с учетом парковочных мест. Благодаря поддержке главы городского Владимира Слепцова было принято решение о предусмотрении средств в бюджете на ремонт именно этой дороги. Здесь нужно отметить, что по поручению главы Московской области, губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, особое внимание уделяется территории бывших военных городков, существующих военных городков. Дороги на данной территории ремонтировали еще во время существования воинской части, это было более 10 лет назад. Работы планируем завершить в начале октября. Конечно, многое будет зависеть от погодных условий, надеюсь, что погода будет нам благоволить.